Здравствуйте, меня зовут Эмиль Ахмедов. Совместно с Академией постнауки мы подготовили для вас курс «Введение в теоретическую физику». По иронии судьбы, название курса совпадает с названием того предмета, который я буду вести для студентов второго курса МФТИ физтеха. Правда, немножко программы отличаются. У нас программа будет даже в некотором смысле более продвинутая, потому что первый день занятий будет посвящен квантовой механике, и мы в течение этого дня обсудим какие-то простые вещи в квантовой механике, которые можно понять без очень сложной математики. И закончим обсуждение квантовой механики обсуждением различных парадоксов, таких как парадокс Кота-Шрёдингера, парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и что-то в этом роде. Может быть, даже парадокс Клейна, который все-таки выходит за рамки квантовой механики. Во второй день занятий мы будем обсуждать теорию поля. Я надеюсь рассказать вам про то, что это вообще такое теория поля, какого сорта там особенности возникают, связанные с так называемыми бесконечностями, и как эти бесконечности сокращаются, и т.д. и т.п., каким явлением в теории поля наблюдаемым это приводит. Эти первые два дня занятий будут посвящены хорошо понятым, устоявшимся предметам, которые уже являются даже элементами технологий, в том смысле, что технологическое применение имеют. А вот третий день занятий у нас будет посвящен современному состоянию дел. Это будет чистая теория. Мы с вами будем обсуждать теорию струн, обсуждать важность симметрий в современной физике, к чему они ведут, какие идеи превалируют в современной физике и к чему мы вообще стремимся. Приходите, будет интересно.